Добро пожаловать на программу из серии Envy. Специально для вас мы подготовили команду по фитнесу, состоящую из 4 девушек. Каждая обладает особым знанием в комплексе упражнений на пресс, ягодицы, ноги и руки. Элана, Наташа, Вала и Ивет вместе составляют команду Envy. Их миссия — заставить вас держать себя в хорошей форме. С их помощью вы будете выглядеть и чувствовать себя на все 100. Программа Envy состоит из упражнений, направленных на укрепление группы мышц и снижение веса. После тренировки вы почувствуете себя гораздо лучше и увидите изменения в своей фигуре. Упражнения, представленные на этом DVD, помогут создать такое тело, которое станет предметом зависти для многих. Каждый DVD состоит из 2 тренировок. Главная 20-минутная тренировка, во время которой ваше тело разогревается, а также 5-минутное дополнение к тренировке, рассчитанное на поддержание вашего тела в отличной форме. В DVD Envy Press девушки покажут вам весь спектр упражнений для укрепления мышц пресса. Упражнения сделают мышцы подтянутыми, а ваша талия станет изящнее, а также улучшится осанка. Упражнения направлены на тренировку мышц верхнего пресса, косых мышц живота и верхнего пресса. Повторяйте упражнения этого курса, и вы обязательно достигнете отличного результата. Тренировка ягодиц Envy — это основная группа тренировок во всем курсе. В нее входят упражнения, укрепляющие, тонизирующие и формирующие привлекательную форму ваших ягодиц. Вы ни в коем случае не должны пропускать упражнения из этой серии. Тренировка ноги Envy сочетает в себе движения из йоги и танцев. Они разработаны специально для того, чтобы укрепить внутреннюю и внешнюю поверхность бедра. Руки Envy — это сочетание упражнений, направленных на создание привлекательной формы рук. Все упражнения образуют комплекс, связывая воедино различные упражнения на отдельные группы мышц, таким образом позволяя создать крепкие, красивые и сексуальные руки. Тренировка тела Envy совмещает все упражнения и техники, представленные на DVD серии Envy. Эти упражнения помогут вам создать крепкий пресс, великолепные ягодицы, сексуальные ноги, а также сильные и привлекательные руки. Другими словами, эта тренировка поможет вам добиться фигуры, о которой вы все время мечтали. Все это тренировки Envy, которыми можно заниматься как вместе, так и по отдельности, сжигая калории и укрепляя тело. Приготовьтесь, ведь вам будут завидовать. Пресс Envy, разминка.
Пресс Envy – основная тренировка. Привет и добро пожаловать на тренировку пресса Envy. А начнем мы с приседаний. Приседания. Колени согнуты, вес тела расположен посередине туловища. Колени согнуты, пресс напряжен. Вдох во время разгибания и выдох во время приседания. Каждый последующий раз садитесь все ниже и ниже, вверх и вниз. Еще 4 раза. Последний раз. Теперь приступим к поворотам. Повороты. Колени согнуты, возьмите гантель в левую руку. Пока я делаю упражнение медленно, для того, чтобы вы видели все движения отчетливо. Теперь увеличим скорость. А теперь возьмем груз в левую руку и начнем приседание. Еще 4 раза. Еще 4 раза. Теперь возьмем груз в другую руку и продолжим повороты. Повороты. Набираем скорость. А теперь приступим к двойным поворотам. Поворот и еще раз поворот. Набираем скорость. Почувствуйте, как напрягаются мышцы пресса. 3, 2, 1. Ноги вместе. Подъемы рук. Руки поднимаем в воздух и опускаем к колену. Поднимаем вверх и опускаем колено. Два и последний раз. Возвращаемся к двойным поворотам. Двойные повороты. Набираем скорость. Еще 4 раза. И еще раз другой рукой. Подъемы рук. Правое колено вверх. Руки вверх. Напрягайте пресс во время того, как опускаете руки к колену. Поднимайте руку вверх так высоко, как можете. Еще 4 раза. Последний раз. Приступаем к упражнению подъемы с ударом. Подъемы с ударом. Вес над головой. Поднимаем ноги, сгибая их в коленях. Напрягайте центр живота. Еще 2 раза. Переместите вес тела и начинайте повороты. Повороты. Колени немного согнуты, руки впереди тела, а теперь разведите их в стороны, одновременно повернув тело в сторону. Продолжайте.
последний раз. Теперь мы усложним задачу, взяв гантель. Наклоны вперед. Одну руку поднимите высоко вверх, а второй достаньте груз с пола. Наклоняйтесь вверх и вниз. Еще несколько раз. Вниз и вверх. Вниз. Держите живот напряженным. Последний раз. Приступаем к упражнению «Ракета». Ракета. Поднимайте ноги вперед с ударом, напрягайте пресс. Еще 4 раза. Теперь наклоны вперед со сменой руки. Наклоны вперед. Держите живот в напряжении во время того, как опускаете руку вниз и поднимаете туловище вверх. Ваши ноги должны быть прямыми. Поднимайте руку как можно выше. И, наконец, последний раз. Ракета. На этот раз ваши руки должны остаться над головой. Последний раз. Приседания. Возьмите гантель в левую руку, согните ноги. Вверх и вниз. Обратите внимание на пресс. Последний раз. Переходим к двойным поворотам. Двойной поворот. Центр тяжести вашего тела находится в одной точке. Почувствуйте, как работают мышцы пресса. 3, 2, 1. Двойные повороты. Последний раз. Двойные повороты. Теперь перейдем к подъемам рук. Подъемы рук.
Один. Наклоны вперед. Теперь контролируя расположение центра тяжести тела, согнем ноги в коленях, положим руку за спину. Смотрим вверх, сгибаем ногу в колени. Помните о центре тяжести. Наклоняйтесь медленно вниз, чувствуя напряжение мышц живота. Вниз и вверх. Плавно вниз. И снова вверх. Во время наклона вперед смотрите на гантель. Во время наклона вперед смотрите на гантель. Последний раз. Из стороны в сторону. Теперь упражнение из стороны в сторону. Оно выполняется примерно так же, как и повороты. Три, два, один. Из стороны в сторону. Гантели в другой руке. Рука за спиной, согните ноги в коленях. Наклон вперед и снова вверх. Держите вес тела в середине спины каждый раз, когда наклоняетесь вниз. Поднимайте груз прямо над головой. Последний раз. А теперь снова из стороны в сторону. Из стороны в сторону. Последний раз. Теперь мы сядем на землю и приступим к упражнению «Турецкие приседания». Спина прямая. Гантель вытянутой руке перпендикулярно земле. А теперь поднимаемся вверх вместе с грузом, оставляя руку в положении перпендикулярно земле. И снова вниз. Попробуйте еще несколько раз. Вверх и вниз. Снова вверх и вниз. Возьмите гантель в другую руку и снова наклоняйтесь вниз и вверх. Еще 4 раза. Еще раз. Теперь займите позицию, приняв упор на локти и колени, и приготовьтесь к шагам по лестнице. Шаги по лестнице. Руки на уровне груди, ноги прямые, живот напряжен. Теперь считаем до 4. 1, 2, 3, 4. Теперь в обратную сторону. 1, 2, 3, 4. Еще раз. 1. И обратно. 1, 2, 3,
4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Распрямитесь и займите позу младенца. Теперь перевернемся и начнем упражнение «Обратный сгиб». Для этого закиньте ногу на ногу, положите руки вдоль туловища и поднимайте ноги вверх. Еще несколько раз. Почувствуйте напряжение в мышцах живота. Во время упражнения попробуйте использовать только мышцы живота. Еще 4 раза. Последний раз. Теперь приготовьтесь к подъему туловища на боку. Тело прямое, рука на бедре. Рука согнута в локте и подпирает туловище. Еще 4 раза. Теперь снова ложитесь на спину, поменяйте ноги. Обратный сгиб. Напрягайте пресс все время, пока поднимаете ноги. Дышите глубоко. Последний раз. Возвращаемся в положение лежа на боку. Подъем туловища на боку. Последний раз. Рука согнута в локте и расположена под туловищем. Напрягаем пресс. Последний раз. Переворачиваемся на спину для упражнения. Подъем вверх с остановкой. Поднимитесь вверх и сядьте. Замрите. Рука вверх. Медленно опускайтесь назад, напрягайте ваши мышцы пресса. Снова вверх. Остановитесь на секунду. Поднимите другую руку вверх. Опускайтесь медленно вниз. И еще раз. Сядьте. Выпрямите обе руки вверх. Медленно опуститесь вниз, напрягая мышцы пресса. А теперь давайте закончим упражнение 9 раз, выполнив наклон вперед. 2. Еще 4 раза. Теперь мы задержимся в этой позе и досчитаем до 4. Раз, два, три, четыре. Поднимите ваши бедра и напрягите пресс. Поднимите колени к животу и начинайте глубоко дышать. Теперь перевернемся на живот и выполним упражнение «Растяжка кобры». Поднимите ваш пупок над землей, почувствуйте напряжение по всему телу.
вдыхайте во время того, как поднимаете тело, и выдыхайте во время того, как опускаете его. Последний раз займите позу младенца. Тренировка пресс Энви подошла к концу. Пресс Энви – быстрая тренировка. Теперь я расскажу вам о тренировке Энви всего на 5 минут. Сначала мы выполним упражнение «Поворот». Повороты. Колени согнуты. Я покажу упражнение медленно несколько раз. А теперь быстро. Руки прямые. Меняем стороны. И ускоряемся. Живот напряжен. Еще 4 раза. Приступим к наклонам. Наклоны. Правая рука за спиной. Смотрим вверх все время, пока опускаем тело вниз. Смотрим вверх и контролируем положение гантели над головой. Снова вверх и вниз. Еще несколько раз. Последний раз. Теперь возьмите груз в другую руку и повторите упражнение. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Во время наклона нога должна быть согнутой. Еще раз. Последний раз. А теперь приступим к двойным поворотам. Двойные повороты. Поворот, еще поворот. Увеличиваем скорость. Теперь опускаемся на пол для упражнения «Шаги по лестнице». Руки впереди вас. Теперь считаем до 4. Раз, два, три, 4. Последний раз. И обратно. Теперь ложимся на спину и делаем упражнение «Турецкие приседания». Начнем с того, что поднимем руку вверх, перпендикулярно земле. Раз. Четыре. Пять. Вверх. Последний раз. Меняем руки. Раз. Напрягаем пресс во время подъема. Еще 3 раза. А теперь руки вдоль туловища. Ложимся на спину и выполняем наклоны назад.
6 раз. Тренировка Энви на 5 минут подошла к концу. Time for reaction. Envy girls is my satisfaction. Work that body now. Come on, move it. Perfect body. How did you do it? Eliana, Vala, Yvette, Natasha, Holla, work up a sweat. Y'all are the finest dimes in the world. You got the body to envy, girl. What's your reaction? You're like-